дорогие друзья. Сейчас будет такое видео несколько. Не знаю, хочу вам погордиться некоторыми вещами, которыми обзавелась совсем недавно. Вот. И некоторые из них это подарок, некоторые из них это покупка, но все же они относятся к разным категориям: одежда и магическая атрибутика. Но все же я все это слеплю в одно видео, не буду распрыскиваться на количество видеозаписей на YouTube. Вот. Первая вещь, которой я хочу вам погордиться, это моя кофта, которая сейчас на мне находится. Вот. Она одевается на пальцы, как это называется, я не знаю. Впрочем, видно. Такое вот. Я ее уже фоткала, точнее, это всего одна фотка была, но саму кофту я вам не показывала. Тут на локтях такие треугольники. Давайте назовем их так. Сама кофта такая очень длинная, я бы сказала. Вот как раз вот для таких вещей она и носится. Блестящих, когда не хочешь не показывать никому свою задницу за бесплатно. В общем, я ее буду носить на улице. А еще, смотрите, я подстриглась и покрасилась. Увидите, какой у меня цвет теперь? Думаю, видно хоть немного, но на камере я совершенно ничего не вижу. Мне очень все нравится. Нравится то, как я выгляжу теперь. Такие дела. Давайте присяду. Вот так вот. Вот так вот. Я влезаю или нет? Да, влезаю, кажется. Вот. Для марки этой одежды я хочу снять отдельное видео, когда мне дойдет еще один комплект. То есть это будет прям название этого магазина и те вещи, которые у меня есть из него. Вот. Поэтому пока что я вам не скажу, какая это марка одежды. Но кто-то из вас уже, может, догадался. Но все же. Я хочу вам показать еще одну вещь, которой просто очень несказанно рада. А точнее, не просто рада, как бы, не знаю, появился этот повод пофоткаться, скажем так. Потому что из этой вещи я буду делать еще более классную вещь. Ну вот, это рога. Рога. Копыт нет. Но, надеюсь, все будет еще впереди. Смотрите, они блестят точно так же, как мои леггинсы на мне сегодня. Я почему-то издалека вижу. Так. Вот. В общем, из этого будет просто божественный заказ сделан в скором времени. Возможно, я тоже это покажу, пофоткаю. Но не сейчас, не сейчас. Сейчас я просто хочу насладиться этими рогами быка. Быка, мне кажется, это рога быка. И еще одни вам показать рога. Секунду. Опа-на. Вот такие рога. Они не такие блестящие, как предыдущие, но все же. Так, наверное. Даже не знаю, как они. Это одна сторона рога. Ну да ладно, черт с ним. Вот так вот, наверное. Скорее всего, это чьи? Бараньи? Не знаю.
если так послушать, можно услышать, о чем думало животное. Это как аналогия с ракушками и морем. На самом деле тут больше похоже на море. Но тем не менее, такая вот вещь. Куча всего там лежит, конечно, я все показывать не буду. Что-то мое, что-то не мое, не в полной мере мое. И, пожалуй, наверное, самая колоссальная вещь, которая пришла. На самом деле, надо было сразу снимать видео, когда я только получила посылку, но что-то не задалось, и эмоций было просто шквал эмоций. Сейчас уже все поутихло, но сейчас покажу. И это, мать его, обсидиановое зеркало. Так-то оно блестит или нет? Так, секунду. Я поймаю луч. Ну вот, поймала луч. Я сейчас покажу поближе. Вот оно. Обсидиановое зеркало. Такое сзади матовое, облапанное мной уже. Для чего оно нужно? Для магии, для магических ритуалов множественных. Магических ритуалов. Просто тяжеленное, охрененное зеркало. Отличная вещь, она мне очень пригодится для будущих видео. Такие пироги. А еще классная штука. Секунда. У меня, кстати, никогда не было рогов. Вот такого плана именно, чтобы с черепком. Вот это уже вещь полноправно моя. Могу ее мерить. Не, эти рога мне не идут. Я же вам не косуля какая-то, правда? Но все же они потрясающие. Тут прям видно, как вот с другой стороны видно, как мозг тут отпечатался. Вот. Такие рожки. Блин, просто я была в шоке, когда открыла посылку. Все вот это вот. Вот смотрите, вот такие кристаллы мне пришли. Там их много. Они разные. Вот этот конкретно называется Марион. Камень. Просто потрясающе. Тоже для магических всяких ритуалов всяческих я уже кое-что поэкспериментировала для себя чисто проверить. Скажу, что очень классная вещь. Чего бы еще такого показать, что у меня прям под рукой? Не знаю даже. А, вот. Именной кулон у меня теперь есть. О, чудо-то какое, блин. С другой стороны, черное солнце. Класс. Классная вещь. Отлично. Все же надо сразу было, короче, снимать видео, потому что я визжала, как не знаю, кто пищал. Не знаю, почему у меня такой шквал эмоций был, но это, по-моему, первый раз, когда мне кто-то посылку присылал. Вот. Но все же, если бы не было еще в этой посылке как бы заказа, я бы не приняла эту посылку, скорее всего. Да. Так что такие дела.
вместе с заказом пришло куча подарочков таких вот приятных. Не буду называть от кого, даже не буду ник называть, но все же я уже поблагодарила этого человека. Очень классно, очень классные вещи. Вот, сегодня такое видео прикольное. Я вам похвасталась, что я получила, что у меня теперь есть. Не всем, конечно, но все же. Надеюсь, вам это видео понравилось. Может, кто-то узнал о такой магической вещи, как зеркало, и приобретет себе. Да, она очень классная. Я прям уже наметила себе план, что я буду с ним делать и для чего оно мне, в принципе, нужно. Вот. Ну а пока что пока. До новых встреч и до новых видео. Увидимся.